Как, девчонки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и просто чтобы вы понимали, сколько сегодня красивых, симпатичных и очаровательных девушек находится рядом со мной. Прям засыпал комплиментами с самого начала. А, девочки, привет, я не знаю, как их зовут по-настоящему, но вроде вот это мышь. А вот это утка. И мы вот записали недавно первую серию Легушки в Майнкрафте, где мы строили много всякого интересного. Катя в предыдущей серии построила сральник. Подожди, зачем ты вино поставил? Это не я поставил, это Стасик. Я забыл тебе рассказать, что это любительница выпить крепкие настойки, да. Поэтому ты даже не удивляйся. Вот, видишь, в предыдущей серии Катюха построила унитаз, а я построил огромный дом. В этой серии я решил то, что мы объединимся по командам. Девочки, может, хватит? Я понимаю то, что я тут единственный парень, но никто из пацанов больше сюда не мог зайти, кроме вот этих уток, мышек. Поэтому давайте делаем так. Катюха у меня в команде, а вы у себя в команде. Логично? Логично. Идите туда, сейчас мы будем тянуть одну из этих трех построек. Барная стойка, замок, собачья будка. И у них тоже много всего интересного. Что выпадет у них, они вместе строят. Что выпадет у нас, я сам строю, потому что Катюха не умеет строить. Чур, я тяну. Я умею строить. Смотрите, какой я унитаз построю. Ну, в общем, все видели, какой я унитаз построила. Я сейчас прикреплю скриншот. Да, вот этот да. Она унитаз построила. Это вообще не унитаз. Ну, ладно. А, нормальный прикрепи. Катюха, давай тяни. И у вас тоже там кто-то пускай тянет. Давай, нажимай. Как тянуть? На рычаг нажми. А я сейчас сломаю все, да? Ну, конечно. Потому что взаимодействовать правой кнопкой, левой кнопкой ломать. Боже, помилуй, пожалуйста, эта женщина, девушка, мадам, больше, чем год играет в Майнкрафт. Ядрить тебя просто в фиалку. Берешь и нажимаешь вот так. Что выпало? Барная стойка выпала. Все, мы барную стойку... Я сейчас умру. Мы барную стройку стоим. Когда записываешь в час ночи. А у вас-то что выпало? Бассейн. Все хорошо. Давайте минутку спокойствия. Катюх, иди сюда, мы здесь будем строить. А, так смотрите, мы же это все можем соединить. Вы, короче, строите бассейн. Ну, какой вы только хотите. А мы барную стойку. Знаешь, типа, как будто пляжная такая... Вечериночка, да-да-да. Все, Катюх, погнали, давай быстренько. Начинайте! Короче. Так, давай, короче, ты с одной стороны, я с другой. Я уверена, что у нас ментальная связь, и мы построим абсолютно одинаково. А где мы строим? Покажи, обозначь. Смотри, мне территорию. Вот сюда, короче, здесь. Отлично. У нас будет стройка. Да, ёберный, не так, Кать, не так. И вот здесь, с этой стороны тоже. Вот примерно вот такая, чтобы у нас барная стройка стоилась. Вот примерно. Хорошо. Ну все, давай, я поехала, пока. Ты что делаешь? Стройку банную стою. В этой жизни не будет никогда здравого смысла, по крайней мере в моих роликах. Ты что, смотри, берешь и проводишь барную стройку на переискосок. Кать! Да что ты? Просто... Зачем тебе цыпленок? Просто для атмосферы. Женщина, ты будешь мне помогать что-либо строить в этой жизни? Я контролирую процесс. Ты контролируешь, ага. Давай, ты построишь каркас, а я сделаю дизайнерское решение. Ну, каркас у меня практически уже закончен. Смотри. Ну. Я хочу вот так, сейчас покажу. Давай ты меньше будешь хотеть в этой жизни и больше делать. Вот так хочу, чтобы наверх была крыша. Ой, ну то есть как бы я хотела вот так поставить, правда, честно, вот так, и наверх пойти, вот так, раз, и сделать крышку. Давай делай свою крышу, я буду наблюдать. Вы что-то какой-то слишком высокий бассейн делаете, мне кажется, что... Хотя как бы, ну, не мое дело, вы там сами давайте разбирайтесь. Я сейчас буду нам... Так, ну это для Стасика, с этой стороны у нас будет для Стасика. Стасику. Эй, подожди, Стасику. Мне тут еще надо строить. Так, это у нас Стасику. Мия, что Мия любит, что утки любят? Кофе. Кофе у меня здесь нет. Печенье. О, кстати, для Катюхи морковушка. Нормально такая барная стойка. Одинаково получилось. Так, смотри, Катюх, я ставлю вот сюда. Ты хотела крышу, но сейчас у нас будет крыша вот такая прям огромная. Давай помогай мне ее удлинять, уширять. Хорошо, тогда я хочу розовых деталек добавить. Давай без розовых деталек, пожалуйста. Пожалуйста, розовые детали. У нас мужицкая барная стройка. Какие вообще детали? Кто сказал, что мужицкая? Я сказал.
три девочки, какая мужицкая, я тебя умоляю. Ну я там мужик. Так, защита пожалуйста. От дождя должна. Да что ты, пожалуйста, да давай ты будешь строить что-то хорошее в этой жизни. Я строю, правда. Смотри, розовенькая полосочка, красивая очень. Катюх, тут еще надо стулья сделать, как я понимаю, потому что без стульев, ну кто и как будет сидеть за барной стройкой? Логично? Логично, нужно кругленькие, знаешь, такие сделать. Да, хорошо, но проблема в том, что лего как бы изначально не круглое, поэтому вряд ли у нас круглое что-то ну, получится. Ну, овальный тогда. Ну, придумай что-нибудь, ты же можешь. У тебя тут немножко вытащилось немножко, неправильно, смотри, у тебя асимметрия пропала. И посмотри на их бассейн и скажи, где у них там асимметрия. Мне нравится. Нужно, знаешь, еще сделать вышку. Почему ты пьёшь? Хорошо, давайте делайте вышку, я продолжу делать барные стройки. Ну, прыгательную вышку. Да я понял, так... прыгательную вышку делайте, давай. Кать, помоги им прыгательную вышку сделать. О, нет. Так, Катюх, смотри, короче, здесь у нас стульчики. Кто-то может прийти сюда, кто-то может здесь посидеть, кто-то может здесь посидеть, кто-то может здесь посидеть. Ну, пока что мне моя постройка больше нравится, чем их постройка, потому что, мне кажется, мы лидируем. Наша! Ну, как наша? Тут больше все же моя, чем твоя. Ты тут только розовые детальки расставила везде. Знаешь, это уже что-то. Это уже что-то. Но это ничто, потому что они здесь погоду вообще как бы не делают. Девочки, девочки, у меня здесь очень много розового. Подходите к моей барной стойке. Стасик, у меня тут бутылочка. Почему есть. К твоей? Ну это наша барная стойка. Наша, извините, я огорился. К нашей барной стойке. Ля, вы только взгляните. Ну слушай, ну вот это мне нравится. А куда прыгать, песок? И тут проблема то, что я пройти даже не могу, потому что листва мне макушку чешет. Вот это вот, поэтому уберите я. Так, ну слушайте, какой-то не перпендикулярный у вас бассейн. Почему-то здесь много пустого вот пространства. Ты слишком много придираешься, мне кажется. Я не... Ну, это не моя... Вот смотри, лед. Человек прыгнет, бошку разобьет, вот это... Вот, унитаз, хотел сказать, их закроют. Ну, у нас, я понимаю, у нас барная стройка вот прям двигается в правильном направлении. Катюк, смотри, что я еще предлагаю. Я прям... Предлагаю тебе построить огромный зонт. Как бы, понимаешь, жарища-то просто лютая. Башонку-то может напечь, сознание-то можно потерять. Поэтому смотри, что мы сейчас с тобой сделаем, мать. Почему черный? Потому что это как бы, ну, что, держатель. Хорошо, спасибо, объясню. Все, вопросов нет. А почему зонт красный? Слушай, а почему так много всяких ненужных вопросов? Потому что вот я так решил, вот понимаешь? Я добавлю красок. Да уйди ты со своим розовым, Кать, хватит уже портить жизнь всем. Хорошо, не розовый, так фиолетовый. Ну, белый, желтый. Желтый не надо, желтого и тут не так много. Желтый красивый цвет. Тут целая утка, зачем нам еще желтый? Вот. Мия, может ты не будешь тут пипики пинать, а может пойдешь Стасику помогать, или вы уже типа все достроили? Вот, умный человек, а то у вас здесь воздуха, смотрите сколько. Да, кстати, почему у вас здесь воздух? Как такое вообще возможно? А, прям грамотный бассейн, слушай, никак я унитаз строила, прошу серии. Ну, кстати, да. Лучше вам не видеть, как Катя унитаз да построила. Всю! Там прям ужас, да и только. Слушайте, мне нравится наша чилаут-зона. Чилаут, именно. Это, понимаешь, это мы строим для подписчиков. Любой может прийти, любой может расслабиться, любой может жахнуть морковочный фреш свежевыжатый. Потом... Я хочу написать. Ты не писай. Потом может куда-то сюда прийти, тут от солнышка защититься, потом может пойти скупнуться. Вот сейчас Стасик достроит бортики, они уже наконец-то решат вот эту проблему со льдом. Вот, видите, в чем проблема? Видите, вот самая большая проблема. Кто-то себе голову точно разобьет. Что ты смотришь на меня? Я просто решил поинтересоваться, что вы хотите здесь построить. Я хочу сделать детскую зону. Не спрашивай, подожди. У меня сначала все неправильно, а потом все хорошо получается. У тебя никогда ничего не получается, с этого начнем. И во вторую очередь это больше похоже на зону пыток какую-то, а не на... Так ты, может быть, отойдешь и не будешь мне мешать? Это песочница с игрушками. Это песочница! Дитё сюда придет, ребенок сюда придет и упадет просто в бездну туда. Ты что тут...
Кто-нибудь заделайте мне эту дырку, я ее нечаянно сделала. Только Катя может построить песочницу без песка. Так подожди, я еще не начинала его строить. Ой, да ёбаный, ты как так? Стасик, ты куда-то не на ту зону пошла. Что это такое у тебя хочет быть? Шезлонг хочу сделать. А, для каждого шезлонг я тоже предлагаю каждому сделать шезлонг, чтобы каждый мог спокойно прям прилечь. Да, давайте сделаем шезлонги и потом на них ляжем. Да. Будем отдыхать. Я себе сделаю, вы сами себе делайте, Кать, делай себе. Я могу себе сама шезлонг сделать? Да. Я, пожалуй, перестроюсь в детскую зону, свой шезлонг. Так. Опа. Девочки, я уже почти достроил. Я тоже почти достроил. Вуаля! Вы только посмотрите, какая у меня здесь красотища. Я еще поколодники, подлокотники себе сделаю, чтобы можно было локти сюда положить. Вот так вот. Все, я прям иду сюда, прилягаю. Ноги висят, конечно, но ничего страшного. Так, я почти закончила тоже свой шезлонг делать. А, давайте, ребята, мы с вами сравним, у кого лучше шезлонг. Вот у неё, а вот у неё, или вот у неё. Вот, мне кажется... Как-то мне тут какие-то песчины наставили. Вот и мне тоже наставил на мой шезлонг, зачем? Я никому ни на чьи шезлонги песчины не ставил, извращенцы. Я, правда, не закончила еще, правда, подождите, пожалуйста. Я уже давно кончил, прям лежу. Ну, в смысле, закончил шезлонг строить? Да, мы и господа, девочки, мальчики, бабушки, дедушки, мы рады видеть каждого на нашем барно-стройском пляжу шезлонгами. Небольшая экскурсия, мы сразу же записываем рекламу, мы решили сразу же вывести наш пляж в народ. Разрешите представить, с правой стороны у нас целыми днями загорают тёлочки. Поэтому, мальчики, если что, приходите, смотрите. Самый какой-то непонятный фиолетовый шезлонг, самый какой-то, ну, почему-то она построила подушку в той части, но ноги у нее на подушке, а голова там, где должны быть ноги. Ну, это же Мия, что с нее взять? Стасик, которая построила какого-то динозавра доисторического, а не шезлонг. Ну, и самая нормальная постройка, самый чудесный и прекрасный шезлонг. Его строил, наверное, прям прирожденный архитектор. Девочки, вы не знаете, кто случайно построил этот шезлонг? Вот и я не знаю. Хороший человек, наверное. У меня вопрос. Подождите со своими вопросами и вопросы после демонстрации. Вот сейчас разрешите представить, барная стройка стоилась долго и наконец-то расстроилась. Много морковных фрешев, много безалкогольных алкоголей. Без спирта, на нулевой основе. Много столиков, много всего интересного. Ну и, конечно же, изюминка нашей постройки сегодняшней серии «Легушки с подписчиками» — это, ядрить-колотить, ледяной бассейн. Кстати, у вас есть статистика? Сейчас, подождите, статистика. В прошлом году голову разбили 114 пожилых детей. Не надо просто в бассейне лед хранить. Я сейчас с разбега возьму, шандарахнусь бомбочкой в бассейн. Тебе скажу огромное спасибо за просмотр. И напиши в комментах, хочешь ты больше соревновательных видосиков по Лего. Потому что мне кажется, когда ты командами что-то строишь, намного веселее. А мы будем это самое просить, вот кто выиграл там, комментарии, кстати, все кстати, дела? Кстати, да. Ребят, зависит все только от вас. Оцените, пожалуйста, у кого постройка вышла круче. У нас с Катей, ну или у Стасика и Мии. Напишу а еще оцените, чей шезлонг на самом деле круче. Мой или вот этой шелупони всей? Угу. Ты что, офигела? Спасибо всем огромное за просмотр. Всем удачи и всем мой шезлонг намного круче. Пока. Нет. Да. Всем уточек.